Всем привет! Будем вязать узор для кофточки. Он очень такой необычный. Я такой в первый раз увидела. Раппорт узора 10 петель на 10 рядов. 10 на 10. Для примера нам надо набрать 22 петли плюс 3 петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 петли набрали, плюс 3 петли подъема. Петельку держим. 1, 2, 3. По схеме надо провязывать в пятую от крючка. Смотрите, у нас, значит, мы провязали 3. Четвертую мы держали, и вот рядом, вот в эту мы провязываем столбик с накидом. И этот ряд мы провязываем до конца столбиками с накидом. Схема будет ВКонтакте или в Инстаграме. ВКонтакте, наверное. В Инстаграме картиночка. Ну, вы, если это, напишите в комментариях, где вам удобнее смотреть схемы, ВКонтакте или в Инстаграме. Может быть, еще не у всех Инстаграм есть. Вот так вот провязываем до конца ряда. Связали. Это у нас считается первый ряд. Теперь последняя петелька у нас столбик с накидом. 3 воздушные петли для подъема. Переворачиваем работу, пропускаем по схеме 2 столбика, вот первый и второй, и провязываем 3 столбика с накидом, но не петля в петлю, а заходим в арочку. Вот так провязываем 3 столбика. Вот смотрите, у этого рисунка, сейчас я вам покажу. Вот я связала. У этого рисунка есть лицо и изнанка. Вот мы сейчас находимся на изнанке, на этой стороне. Потому что вот же у нас и по ряду видно, вот здесь у нас лицо, конечные петельки, а это изнанка. Ну вот. Вот. Теперь вот мы провязали ряд первый. Второй ряд нам надо провязать. 3 столбика мы провязали. Теперь нам надо провязать выпуклый столбик. Как мы это делаем? Если у нас это изнанка, мы сейчас провязываем изнаночный. Выпуклый столбик с накидом. Раз. Одна воздушная петля. И еще один. Цепляемся за следующий столбик. Сюда вот. И провязываем еще один столбик. Выпуклый столбик с накидом. Есть. Теперь нам вот этот столбик надо пропустить один и провязать 7 столбиков с накидом. Получается, вот этот столбик мы пропускаем и входим в эту варочку и провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так. Теперь вот этот столбик мы пропускаем, цепляемся за следующий и вывязываем изнаночный столбик. Одна воздушная петля. Я забыла, как он называется. Ладно, по ходу вспомню. И еще один за следующий столбик. Выпуклый. Вот, вспомнила. Теперь тут нам надо один столбик пропустить и в следующий провязать
4 столбика с накидом. Вот 3 провязали, как по схеме. И вот сюда вот мы в край мы провязываем столбик с накидом. Второй ряд связок. Второй. Вяжем третий. Для этого нужно набрать 3 воздушные петли, повернуть работу. Вот у нас эти столбики выпуклые, какие красивые получаются. Они, сейчас покажу. Вот они. На рисунке там коричневый, очень красиво смотрится. Но я решила вот в голубеньком цвете и в розовом посмотреть, как они будут. Ну, в голубом-то видно, а в розовом сейчас посмотрим. Так, теперь нам надо провязать 3 столбика с накидом. Мы входим в первую арочку, столбик с накидом. Вторую арочку, столбик с накидом. И третью арочку, столбик с накидом. Так, теперь вот этот столбик мы пропускаем. Мы все время будем цепляться за эти столбики. Вот эти столбики мы не трогаем. Теперь мы провязываем лицевой выпуклый столбик. Вот так вот. Один вывязали. Теперь смотрите, как у нас здесь была одна петля между ними. Мы за него цепляемся, провязываем столбик с накидом. Одна воздушная петля и в эту же арочку столбик с накидом. Вот тут у нас были выпуклые столбики. Вот сюда мы связали 2 столбика с накидом и 1 воздушная петля. Теперь мы провязываем еще один выпуклый столбик. Сейчас покажу. Мы провязали вот этот вот. Вот. Это у нас 3-й ряд. По схемке потом посмотрите. Теперь нам надо провязать 6 столбиков с накидом. Как мы это делаем? Главное не ошибиться. Вот этот вот мы пропускаем столбик первый. Заходим. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Вот так. У нас получается, мы вот этот вот треугольник вяжем. Вот здесь у нас было 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот так вот. На уменьшение идем. Пусть так лежит, что ли, не знаю. Беру я. Теперь мы дошли до выпуклого столбика. Лицевого. Вяжем лицевой выпуклый столбик, то есть за переднюю стеночку. Ну, за эту. Внутрь мы провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля и еще столбик с накидом. Выпуклый столбик лицевой. Вот. Пока ничего не понятно. И теперь 3 столбика с накидом. 1 пропускаем, заходим в арочку. 2, 3 столбика. И у нас получается вот в эту арочку, вот в последнюю, мы провязываем 2 столбика с накидом. Вот. 3-й ряд связан. Вяжем 4-й. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика вот этих и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2. Теперь мы провязываем изнаночный. Вот он чувствуется, он руками чувствуется, изнаночный выпуклый столбик. 1. И вот в эту вот, у нас вот тут были 2 столбика с накидом, и между ними 1 воздушная петля. Мы здесь провязываем 2 столбика с накидом. 1,
два лицевая, воздушная петля и еще в эту же арочку 2 столбика с накидом. Так, вывязываем изнаночный выпуклый столбик, вот отсюда заходим. И теперь нам надо провязать внутри, получается, 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Выпуклый столбик изнаночный, вот он. Его прям руками чувствуешь. В арочку провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 1 воздушная петля. И опять в эту же точку 2 столбика с накидом. 1, 2. Следующий у нас будет выпуклый изнаночный столбик. 1. Так как это у нас 4-й ряд, мы провязываем 3 столбика вот тут до конца. Один столбик пропускаем, вяжем 2 столбика с накидом под каждую арочку. И для выравнивания ряда в конце 2 столбика, не 2, 1 столбик с накидом. 4-й ряд связан, вяжем 5-й. 3 воздушные петли подъема, да, переворачиваем работу. Переворачиваем работу и провязываем 2 столбика с накидом. Заходим в арочку вот сюда сразу. 1 столбик с накидом. И в следующую 2 столбик с накидом. Вяжем лицевой выпуклый столбик. 1. И вот в эту арочку мы повторяем вот такой вот элемент. Мы провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще раз в эту же точку 2 столбика с накидом. 1, 2. Вывязываем, пропускаем 2 вот этих столбика. Они нам не нужны в этой, ну, в этом треугольнике. Вывязываем выпуклый лицевой столбик. Вот такой вот. Ну, красиво получается. Мне очень нравится этот рисунок. Узор. Вывязываем 4 столбика с накидом. 1. Уменьшаем в треугольник. 2. 3. 4. Лицевой выпуклый столбик. 1. В арочку входим, провязываем 2 столбика с накидом, 1 лицевая петля и 2 столбика с накидом. 1 выпуклый лицевой столбик. Вот сюда вот. Есть, да. И 3 столбика с накидом. 1, 2. И здесь получается вот в одну арочку 2 петли провязываем. По схеме так. Очень красиво получается. 3 воздушные петли. Провязываем 6-й ряд. Мы провязываем 1 столбик. Вот сюда. Вот эти 2 пропускаем. Заходим вот сюда. Провязываем 1 столбик с накидом. 1 столбик с накидом. Вывязываем сразу выпуклый изнаночный столбик. И вот теперь у нас вот в эту арочку надо набрать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И еще раз. В эту же точку 3 столбика с накидом. 2, 3. Вывязываем выпуклый столбик изнаночный.
задней стенки. Вот так. И вывязываем 3 столбика с накидом в серединочке. Уменьшаем треугольник. Теперь у нас один изнаночный выпуклый столбик. Повторяем то, что делали сейчас. В арочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И еще в ту же точку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Выпуклый столбик с изнанки. И получается 2 столбика с накидом в край. 1, 2. Это у нас 6-й ряд изнанка. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу, вяжем 7-й ряд. Здесь у нас, вот сюда мы вот это пропускаем арочку, в эту заходим, вяжем столбик с накидом. 1. Ой, что-то я намотала. 1 столбик с накидом. Есть. Теперь лицевой выпуклый столбик за переднюю стеночку мы провязываем. И внутри мы провязываем 3 столбика с накидом вот сюда в арочку. Ну вот она у нас какая красивая. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И 3 столбика с накидом в ту же точку. 1, 2, 3. Выпуклый столбик за переднюю стеночку. Вот так. Здесь мы провязываем 2 столбика в треугольнике в нашем. 1, 2. Выпуклый столбик за переднюю стеночку. 3 столбика с накидом в середину. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Выпуклый столбик за переднюю стенку. Вот сюда. Раз. И 2 столбика получается у нас. Вот сюда. Вот. 1, 2, 3 воздушные петли. Это мы сейчас связали, получается, 7-й ряд с двумя вот этими. 7-й ряд. Переворачиваем работу. Начинаем вязать 8-й. 8-й у нас здесь мы столбики не вяжем, а вяжем сразу выпуклый изнаночный столбик. Раз. В арочку мы набираем уже 4 столбика с накидом. 1, 2, 3. 4. 1 воздушная петля. И еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. У нас получается следующий выпуклый столбик изнаночный. Треугольник мы вяжем 1 столбик, все, мы его закончили. С
Один столбик с накидом, следующий выпуклый столбик, 4 столбика с накидом, серединочку 1, 2, 3, 4, 1 воздушная петля и еще 4 столбика с накидом в ту же точку. 2, 3, 4. Выпуклый столбик и просто столбик с накидом. Связали 8 ряд изнаночный. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Очень красиво. Смотрите, розовый и голубой. Так, сразу вяжем выпуклый столбик, 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, мы вяжем 9 ряд, 4, 1 воздушная петля и еще 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик. И здесь вот сразу мы соединяем. Это я в схему смотрела. Еще и сразу следующий выпуклый столбик. Все, треугольник наш соединился. Вот он. Четыре столбика с накидом. Варочку вот сюда. Один. Два. 3, 4, 1 воздушная петля и 4 столбика с накидом, 2, 3, 4, столбик лицевой выпуклый, 1, и в край мы провязываем один столбик с накидом. Для чего? Для выравнивания края. Правильно. Вот. Очень красиво. Одна воздушная петля. Ой, 3 воздушные петли. Вяжем 10 ряд. Столбик мы выпуклый пропускаем. Вяжем 3 вот сюда прям. 1, следующую арочку 2, 3 столбика с накидом. Вот тут у нас получается было вот тут вот красота, красотень, веер из 4. И нам надо вот 4 столбика с накидом было. Вот четвертый и первый. Четвертый мы обвязываем выпуклым изнаночным столбиком. 1 воздушная петля. И следующий столбик мы вывязываем выпуклым столбиком. Еще раз. 4 петли было. 4 столбика с накидом было. Вот четвертый и первый мы провязываем выпуклым изнаночным столбиком. Раз, два, 4, 5, 6. Вывязываем 3. 3 столбика у нас получается здесь. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
серединочку мы провязываем вот сюда, между столбиками выпуклыми мы провязываем столбик с накидом и еще 3 воздушные петли. Вот, фу, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Мы зашли в этот веерочек, вот в этот. Провязываем выпуклый столбик. 1. Изнаночный. Одна лицевая петля и еще один выпуклый столбик за следующий. До конца мы провязываем, получается, 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Все, мы 10 рядов связали. Вот это мы связали 10 ряд, последний. Узор повторяется с 3 ряда. Схемка будет ВКонтакте. Вот такая вот красота, красотень. Всего доброго, пока-пока.